часто замечал, что люди поддерживают других людей там вот, в музыке, да, и делают репосты к себе на странице. Но зачастую эти люди как бы делают репосты и понимают, что они сделали репост такой шляпы, что просто, ну, что даже это слушать невозможно. И они как бы делают, потому что думают, что, ну, типа, друг, надо поддержать все дело в этом. Так вот, ребята, хотел вам сказать, что настоящий друг подойдет и в лицо скажет, что твоя музыка это шляпа, блядь, полная. И лучше тебе вообще завязывать с музыкой, как бы, и заниматься другими вещами, какими угодно, но только не музыкой. Что настоящий друг, он скажет правду. Ну, какая бы правда ни была, там, даже если она неприятная, да, все равно надо говорить ее, потому что от этого зависит дальнейшее развитие в жизни вообще и дальнейшие мувсы. Так что, ребята, не лгите своим друзьям, говорите правду. От этого никому хуже не будет.